Друзья, привет еще раз. Вот мы сегодня с Александром вылетаем в Ас-Лай-Куль, вот на этой пташке. Зимой, как вы знаете, смотрели уже видео, наверное, зимой мы тоже летали. Ну, зимой одни ощущения, летом совсем другие. Сегодня вот мы оценим, как это летать на частном самолете с частным пилотом. Шучу, на самом деле. Ну, как в прошлый раз и говорил, респект и уважуха Александру за то, что собрал такую технику. Сейчас он вот сегодня поделился тоже, он еще собирает второй самолет, тоже покажем, может быть, если разрешит, конечно. Обзор техники, получается, два двигателя, но это Александр, наверное, сам расскажет, что да как здесь. Тут оперение, раз, два, три, четыре, пять, метров десять, наверное. Вот так выглядит кабина. Тут есть даже спасательный парашют. Заправились мы на 45. Еще 10 литров. 55 литров. Ю-ху-ху! Машинка моя ждет. Друзья, сейчас мы летим
пам-пам, приземлились в Ослыкуле. На 100 метров ниже, чем Михайлов. Так, друзья, мы в Ослыкуле на самолете. Охренеть. Да, в Ослыкуле на самолете еще не гонял. Сейчас пойдем, сходим.
нас там, Эльдар у нас там. Так вот, как обещали Эльдару, а, друзья, вот мы приземлились, да, сейчас пересадили Эльдара туда. А вот сейчас Эльдар немного полетает. А почему Эльдар летает? Да я ему обещал, когда он только начал заниматься, ну, работать со мной, обещал, что когда я буду летать, у тебя появится тоже возможность. И сегодня Александр как бы не отказал и, в принципе, тоже согласился с Эльдаром полетать. Вот, Эльдар, ну, тот человек, ну, конечно, бывает, тоже подводит, но как бы он держится, нежели деревенский. Он все-таки поселковый, наверное, поэтому у него там нет богатых родителей, нет у них родителей северян, которые, ну, возможно, дают на карманные расходы. Он зарабатывает сам потихоньку, скребет, но работает. И вот сегодня в знак такой благодарности, ну, у меня, считай, возможность появилась сегодня полетать. Ну и как бы предоставили возможность Эльдару. Сейчас он прилетит, спросим у него, какие ощущения. Ну, он вообще, это первый его полет на самолете. Тем более в деревне, это капец, в деревне на самолете первый раз. Это просто огонь. Ну, сейчас приземлится и спросим у него уже по ощущениям, как это. Вот. Ну и также большая благодарность это Александру. То есть он сегодня наш день сделал. Так, друзья, ну вот ребята идут на посадку. Прилетели, вот наконец-то накайфовались, что я, что Эльдар, что Александр. Вообще классно. Чё, давай рассказывай, чё, как? Чё, все? Гуд? Чё, как? Нормально, чётко. Нормально, чётко только, что ли? Обоссаться должен от радости, блин. Огонь. Ну, всё. О, отлично. Александру спасибо за наш качественный полет. Всем понравилось, всё клёво. Интересно. Ну да, самому больше, наверное, интересно, да?